Я уверен, все уже устали от мема «Путь через Мом и Башер, новая мета-страта патч Stone Island». Однако, единственный способ с ним окончательно покончить — это сделать его рабочим. И в данный момент страта неиронично имеет смысл. Чекайте. У Пуджа в начале игры одна из самых сильных тычек во всей доте, поэтому с должной скоростью атаки он вполне может начать разваливать. А минус броню покроем прокачкой флеш-хипа, который с каждым киллом будет давать все больше силы, но суть страты, конечно, заключается не в этом. Мом теперь можно разобрать либо в возвратку, либо в гарпун. Идеальную замену хука, если попасть не можете. Но при чем здесь тогда Башер? Ну, во-первых, двойная тычка от гарпуна. И во-вторых, почему все забыли о том, что Башер можно улучшить в Abyssal Blade, который не только позволяет контрить героев под БКБ, но и дает Пуджу еще больше блока урона. А маску можно в сатаник собрать, чтобы хилиться в крайней ситуации.